Здравствуйте, друзья, подписчики. Меня зовут Владимир. Я занимаюсь комплексным ремонтом в городе Минусинск-Абакан. И сегодня хочу сделать видеообзор на новую покупку. Это штроборез Зубр ZHP30-1400. Занимаемся комплексным ремонтом квартир. Научились почти делать все, и дошло дело, что приходится самому делать электрику и сантехнику. И для этого понадобился нам уже более-менее какой-то инструмент, чтобы эту работу делать качественно. Почему я выбрал этот штроборез? Посмотрел, что есть у нас на рынке. Более-менее брендовые модели, они стоят 25-30 тысяч, это Bosch, Makita, и давно уже покупаем фирму Зубр, претензий вообще к ней никаких нет. У нас есть торцовочник фирмы Зубр, краскопульт, миксер, еще кое-что, перчатки покупаем. В принципе, этой моделью мы довольны. Что есть в комплектации? В комплектации есть инструкция, как ей пользоваться. Есть сам штроборез. Вот так он выглядит. Сразу хочу сказать, что мне дико не понравилось. Мне не понравилось, что в наборе, в базовом, нету к нему дисков. На любой болгарке, даже китайской, есть какие-то заводские диски, чем можно попробовать попользоваться. Поэтому, кто если решит приобретать, должны понимать, что к нему еще придется покупать дополнительно два диска. Самые дешевые, они там от 300 рублей и до 5-6 тысяч. Я купил вот таких два диска в магазине в Минусинске, сделай сам. В принципе, они недорогие, фирма Котоп, но посмотрим, как они себе покажут. Главное понимать, что залог хорошего реза — это не штроборез, а диски. Ну, купил среднего качества, посмотрю, как они будут работать. Если не понравится, буду покупать более дорогой вариант. Смотрите, какие плюсы. Сразу на что я при покупке обращал внимание. Это обязательно подключение к пылесосу. То есть, чтобы мы когда штробили, у нас не было никакой пыли, ничего. Резать им надо будет сверху вниз, это тоже как бы профессиональный уже уровень. На нем написано Зубр профессионал. А глубина штробы можно до 30 мм. Диски подходят 125 диаметра миллиметров. Важно, что мощность 1400 ватт, это тоже довольно-таки мощный считается. Ну и плавный пуст, что еще, защита от перегрузки, контрастная электроника, защита от пыли. В общем, он не тяжелый плюс. Здесь это все вот выставляется у него, на какую глубину, ручка есть, кнопка сбоку. Кнопка сбоку, это, если честно, не очень удобно. В общем, вот такой инструмент. Сейчас уже на объекте, который сейчас есть текущий, я его протестирую, также покажу, как он режет и какие впечатления у меня о нем сразу же появились. Все, смотрим дальше. Начинаем пробовать штроборез Зубр. Вот у нас штроборез. Подключаем его к пылесосу Makita и начинаем штробить. Одеваем наушники. В очках попробовал, запотевая, глаза неудобно. Думаю, возможно зайти и без очков. Так.
получился кривым, но тем не менее он прооперировал. Вылетел небольшой болтик отсюда, так как не закрепил до конца. Но я думаю, впоследствии я пойму, как им работать дальше. Потом что делаем? После того, как пропилили, берем перфоратор и начинаем вот эту каемку. Бетон очень крепкий, попадается с арматурой, но в принципе со своей задачей он справился. Надеюсь, не будет никаких проблем с ним. Если что-то случится, обязательно напишу. А так, в принципе, своей задачей справился. Бетон грубый он пропилил. Посмотрим, как будет. Делаем второй вес, что поняли сразу. Ручку выставили повыше, она неудобно была внизу. Затянули эти болтики, которые выскочили. Понял, что работать можно без очков, в очках глаза запотевают. Здесь ничего вообще не летит в глаза. Единственное, шум, но от шума мы одеваем. Здесь поправим. Так, здесь начертили, где неудобно, примерно отсюда. Удобно. Можно смотреть и по верху, и по низу, когда неудобно. Тоже есть вот эта меточка. Это как бы очень удобно. И все. Ну, в принципе, вот две сделал штробы. Особо не нагрелся. Подержи. Штроба идет нормальная. Более-менее. Здесь потом перфоратором будем дорабатывать. Пыли никакой нету, все как бы четко, нормально, слава богу. Все, пока.